Так, ну вот у нас прекрасное меню Half-Life. Смотрите, здесь есть такая тренировочная комната. Вот решил я в нее зайти. Чтобы двигаться, нажмите вперед. Чтобы двигаться назад, значит, нажмите влево-вправо. Влево-вправо это, ну да, стрелочки. Видишь, нас действительно доставили в какой-то, видимо, отдельный бункер. Привет, добро пожаловать. Привет. На курс обучения использованию скафандра. Я твой голографический Чудесно. Тренер. Начнем обучение с того, что оденем так. Скафандр. Он находится за дверью прямо перед тобой. Вот именно. Очень. Это мне Если очень нужно. Если увидишь такую кнопку, нажми ее. Я появлюсь и покажу тебе определенные движения. Ну хорошо. Прекрасно. То, что мне нужно. Так. Ребятки. Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4 для работы в особо опасных Слушайте. Условиях. Чудесно. Осмотримся здесь. Ну что, вы уже погрузились в атмосферу или нет? Да я посмотрю вниз. Это, видимо, у них здесь какое-то отдельное помещение, наверное. Судя по всему. Ну давай. Так, что нам дальше предлагается? Ну вот тебе и пожалуйста. Обучение закончилось. А что такое-то? Перемещение в скафандре сначала может немного дезориентировать тебя. Поэтому попробуй простые перемещения в скафандре. Потренируйся, пока не привыкнешь к нему. Скоро он станет, как вторая кожа. Увидимся за углом. Ну, собственно говоря, я что в нем, что без него. Привет еще раз. Но прозрачных женщин я еще не видел в своей жизни, честно. Так, здесь у нас немножечко сталкер такой пошел. Здесь немножко Сан-Андреас напоминает определенные миссии. Классно, как отдаются у него шаги. Ну, то есть мне предлагается просто побегать. Так, хорошо. Опять похожее помещение, но уже другое. И снова моя прозрачная леди. Первое движение, которое мы выучим, это прыгание. Сейчас ты попробуешь перепрыгнуть через эти трубы, используя свои команды бег и прыжок. Начинать надо с команды бег. Посмотри, как это делаю я, потом попробуй сам. Ага. В фильме «Животное» есть похожая сцена. Это фильм «Начало нулевых». Кстати говоря, прекраснейший. Так, ну и что? А что мне нажимать-то? Мне не сказали кнопку, какую нажимать. Ну и что? И это все? Ну, я просто на пробел жал. Мне даже не сказали, на какую кнопку жать. Я просто в это движение, я просто нажимаю на пробел и все. Да, по поводу этого фильма, мы еще о нем поговорим. И под препятствиями. Помни, что переползание автоматически включает костюм на скрытый режим и снижает производимый тобой шум. Ну хорошо, присесть какая? Отлично. Но это все мы... Но это мы все знаем, прекрасно, давай дальше. Привет. Тебе придется прыгнуть, проползти и снова прыгнуть. Это подготовит тебя к следующей комнате, где оба движения придется делать одновременно. Как, и прыгать, и ползти? Ну, спасибо, хвалит меня исправно. Так, дальше. Чтобы добраться до комнаты, ты должен проделать прыжок полуприседе. Для этого нужно точно расположиться напротив входа в трубу. Затем, продолжая нажимать вперед, произвести прыжок, а потом в воздухе присесть. Это может оказаться сложновато, но уж точно пригодится тебе. Ну это уж точно пригодится. То есть прыжок вперед, прыжок вместе с присесть. Ну хорошо, все получилось. Что теперь в эту трубу? Это пока что легко. Я просто пробел с ЭТРЛ зажимаю. Так, все.
секунду, еще. И нажимаю вперед. Отлично. Ну хорошо, все равно приятно. Так, ну дальше. Опа, вот это мне уже нравится. Смотри, каменная труба, ребят. Это мне уже нравится. Вообще мне здесь нравится. Так, давай. Значит, прыжок. Все, сбылась моя мечта. Я в вентиляционной шахте. Вот не знал, что Half-Life не исполнит эту мечту. Пойди на лестницу, посмотри вверх и продолжай двигаться вперед. Если хочешь спуститься, просто пойди назад. Смотри вверх, двигайся вперед. Спуститься, пойди назад. Давай. Отлично. Дальше. Блин, а вот такие катакомбы, они есть в натуральном Half-Life? Следующие три прыжка все сложнее и сложнее. Но выполнить их возможно. Ну, спасибо. Если сможешь сделать все три за один раз, это будет просто здорово. Ну, какие прыжки-то? Подожди, а что? А может мне сюда вообще? Мне сюда. А какие три прыжка-то тут надо выполнить? Попытайся еще, у тебя получится. А где я попытаюсь-то еще? А! То есть мне предлагается залезть, либо... Ага, то есть перепрыгнуть просто. Ну ладно. Прекрасно. Вот еще один способ прыгания. Ну, я понял, отлично. Я тоже очень доволен результатом. Дальние прыжки – функция скафандра, которая требует отдельного зарядного модуля. Для длинного прыжка тебе нужно присесть, продвинуться вперед и запустить прыжок. Когда поднимешься на платформу, нажми кнопку, и я покажу тебе прыжок. Ну, давай. На какую кнопку-то только мне нажать? А, тут, наверное, подожди, на какую кнопку мне нажать? То есть сначала присесть, вначале препятствия убедитесь, что у вас модуль. Я просто, может, мне еще раз напишут, что надо сделать. Вначале присесть, ну. А, может быть, мне нужно ползком вот так вот подойти, а? Или что? Тут-то, ну. Все, я прозевал, что там написано. Все, ребят, это мы не перепрыгнем. Потому что я... Просто что ли разогнаться? Ну где модуль-то длинного прыжка? Давай еще раз отсюда тогда пойдем. Вот, давай, может она здесь объяснит нам еще раз. Питание сервопривода включено. Понятно. Блин. То есть сейчас я питание включу, и сейчас у меня типа все получится. Нет, не так. А как? Подожди, еще раз. Не отчаиваемся, ребятки. Питание сервопривода включено, значит. Разгоняемся. Хорошо. А без сервопривода. То есть я понял, просто ты бежишь, а потом нажимаешь и присесть, и прыжок. А, то есть питание сервопривода я опять отключил, так что ли? А как мне его потом включать? Блин.
Давай еще раз попробуем. Так. Хорошо, ребятки, значит, надо еще раз. Дальние прыжки – функция скафандра, которая требует отдельного зарядного модуля. Для длинного прыжка тебе нужно присесть, продвинуться вперед и запустить прыжок. Когда поднимешься на платформу, нажми кнопку, и я покажу тебе прыжок. Ну, я же уже это сделал. А где я эту кнопку? Мне же удалось ее как-то нажать. Дальние прыжки – функция скафандра, которая требует отдельного зарядного модуля. Для длинного прыжка тебе нужно присесть, продвинуться вперед и запустить прыжок. Когда поднимешься на платформу, нажми кнопку, и я покажу тебе прыжок. Где кнопка тут? А, вот там, наверное, кнопка. Давай, я присел. Ну, а как же до этого-то я перелетел-то, ребят? Давай разбежимся. Ну все, ладно. Давай еще раз попробуем в ту сторону. Че, все получается, просто камеру надо направить вверх. Че она за ерунду-то говорит? Все. Дальше теперь что?